Хорошо. Давайте знакомиться. Меня зовут Тарасюк Маргарита. Я являюсь консультантом 9%. Сегодня мой первый вебинар буду проводить на очень интересную для нас, для всех женщин тему. Скажите, есть новички сегодня на вебинаре? Плюсики поставьте, пожалуйста. Спасибо, Лю. И все, один новичок. Ну, очень хорошо, приветствую, когда новички посещают вебинары, потому что на самом деле это бесценный опыт. Он в дальнейшем пригодится, особенно, конечно, когда вебинары по рекрутированию. Ну все, тогда начинаем. Тема нашего сегодняшнего вебинара – уход за кожей лица в зимний период. Сложно? Я думаю, что все мы скажем «нет». Потому что с нашей продукцией комплексный уход – решение всех проблем. План нашего сегодняшнего вебинара – введение. Почему важен комплекс ухода за кожей лица именно в зимний период времени. Также я расскажу о продукции NovAge, действие и результат продукции NovAge, именно наших наборчиков 25 плюс 35 и плюс 40. Эффективное и щадящее снятие макияжа с глаз, процедура почистки лица дома, экономия времени и минимум затрат. Очень удобно, не нужно ходить ни в салон, ни в какой салон красоты. Также расскажу о наших новинках, это капсула NovAge и еще отличный набор Eco Beauty. Ну и покажу наш вывод, какой я сделала после проведения вебинара. Все мы, женщины, хотим выглядеть в любом возрасте хорошо. И компания Reflame дает нам такую прекрасную возможность. Почему важен комплексный уход за кожей лица именно в зимний период времени? Какие факторы риска? То есть перепады температуры. Таким образом, у нас на улице низкая температура и морозный ветер, в помещении сухой и теплый воздух. Соответственно, это все сильно действует на кожу. Слой эпидермиса у нас огрубевает, и кожа начинает шелушиться. Представляю вам продукцию NovAge компании Reflame. Это наши суперские просто наборы против первых признаков старения. Также средства для снятия макияжа с глаз, скраб, которым я сама пользуюсь, отличная вообще продукция. И наши новинки – это капсула NovAge. Вообще комплексный уход – это залог успеха. Именно таким образом мы можем достичь отличного результата. А сейчас хочу рассказать о наборе NovAge 25 с плюсом. Вот. То есть эта серия с улучшенной формулой борется с последствиями современного образа жизни и первыми признаками старения кожи. В основе серии у нас экстракт персидской шелковой акации и экстракт столовых клеток ягод асаи. В набор у нас, во все наборы у нас входит, получается, 4 не компонента, как бы это сказать. В общем, очищающий гель-пенка, обновляющий тоник, крем для совершенства кожи вокруг глаз, сыворотка мгновенного действия для совершенства кожи, дневной увлажняющий крем для совершенства кожи и ночной обновляющий крем-бальзам. То есть вот из чего состоит эта серия 25+. Первый шаг у нас очищение. То есть, чтобы очистить кожу, удалить остатки загрязнений и макияжа, мы используем очищающий гель-пенку и обновляющий тоник для лица. То есть они не только обеспечивают вашей коже необходимое очищение и свежесть, но и позволяют активным веществам в составе кремов и сывороток проникать глубже и действовать эффективнее. Следующий у нас шаг идет уход за кожей вокруг глаз. Чтобы обеспечить деликатный и в то же время эффективный уход за кожей вокруг глаз, мы используем крем для совершенства кожи. Он увлажняет кожу и поможет разгладить первые мимические морщинки. В дальнейшем у нас идет шаг номер 3 – активатор. То есть это сыворотка для совершенства кожи, поможет усилить действие дневного и ночного крема
и мгновенно вернет к коже сияние. И заключительный шаг у нас идет, это основной уход. Использование дневного и ночного крема. Чтобы обеспечить коже увлажнение и защиту в течение дня, используйте дневной увлажняющий крем. Для того, чтобы восстанавливалась и питалась ваша кожа, вы используете ночной обновляющий крем. То есть он действует в то время, когда вы спите. И вот, вуаля, наши результаты после использования нашего набора 25+. Это у нас результат по истечении 20 дней. Следующий у нас набор идет на Вэйдж 35 с плюсом. То есть, эти средства для борьбы против морщин с двумя инновационными ингредиентами. В набор входит также очищающий гель пенка, обновляющий тоник, крем для кожи вокруг глаз против морщин, сыворотка для лица против морщин, дневной и ночной крема. Также идет у нас шаг первый, идет очищение. То есть во всех наборах идет, в принципе, да, одинаковая пошаговая такая вот ступенька. Чтобы очистить кожу и удалить остатки загрязнения макияжа, мы используем очищающий гель пенку и обновляющий тоник для лица. То есть они обеспечивают коже необходимое очищение и свежесть. И позволяют также активным веществам, также кремов и сывороток проникать глубже и, соответственно, действуют уже эффективнее. Следующий шаг у нас идет уход за кожей, опять же, вокруг глаз. Так как кожа вокруг глаз у нас нуждается в особом уходе. Кожа очень нежная, тонкая. И чтобы обеспечить деликатный уход за кожей вокруг глаз, используйте нежный крем для кожи против морщин. Следующий шаг у нас идет активатор. Тоже сыворотка для лица против морщин. Она обеспечивает высокую концентрацию необходимых веществ для вашей кожи и усиливает действие дневного и ночного крема. И заключительный у нас шаг идет, это основной уход. Также использование дневного и ночного крема, чтобы защитить кожу от фотостарения. И вот они наши результаты вновь. Девочки, скажите, пожалуйста, слайды меняются? Да, результаты отличные. Хочется поцеловать воздушным поцелуем. Все отлично. Идем дальше. Следующий наборчик у нас идет Novage Ultimate Lift. Это 6 продуктов для ежедневного ухода, которые созданы для восстановления упругости кожи и возвращения четкости контуров лица и гладкости кожи. Эту серию мы используем для возраста 40 с плюсом. Также в набор входит у нас очищающее молочко, смягчающий тоник, крем-лифтинг для кожи вокруг глаз, сыворотка-лифтинг для лица и шеи, дневной крем-лифтинг и ночной крем-лифтинг. Также у нас идет первый шаг очищения, молочко и смягчающий тоник, который мы используем. Также тщательное очищение позволяет активным веществам, уже кремов и сывороток, проникать глубже и действовать эффективно. То есть результат будет лучше, если мы будем использовать полностью весь комплекс. Уход за кожей вокруг глаз. Также она требует у нас, как я говорила, уже особого ухода. Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз подтягивает, повышает эластичность кожи, делает кожу мягкой и гладкой, помогая обеспечить необходимый нам уход. Активатор, сыворотка-лифтинг для лица и шеи, повышает эффективность дневного и ночного кремов этой же серии. Ну и опять же повторяемся, основной уход у нас, это четвертый шаг, завершающий использование дневного и ночного крема. То есть дневной у нас
возвращает коже упругость и эластичность, помогает противостоять фотостарению. И ночной крем у нас действует во время сна. И вот они наши результаты. Еще есть у нас одно прекрасное средство, это эффективное и щадящее снятие макияжа с глаз. Это у нас NovAge с провитамином B5. Бережно и эффективно удаляет макияж и иные загрязнения. Мягко очищает, смягчает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный аромат. И что немаловажно, вот, к примеру, я сама ношу линзы, он подходит для тех, кто носит контактные линзы. И еще очень такой большой плюс, он подходит для любого возраста. Еще одно прекрасное средство, пользуюсь им сама, причем пользуюсь я им не так, как здесь написано. Получается, 1-2 раза в неделю я пользуюсь им через день, при том, что у меня очень чувствительная кожа. Она у меня очень часто шелушится. И вообще покраснение есть, ну то есть чувствительная кожа. Тем не менее, я пользуюсь этим скрабом уже достаточно давно. Он мне очень нравится. Это скраб с отшелушивающими микрочастицами на основе молочной кислоты и масла ши. Бережно удаляет омертвевшие частицы кожи, очищает от загрязнений, остатков макияжа и излишнего блеска. Делает кожу сияющей, гладкой и увлажненной. Помогает также стимулировать обновление клеток кожи, придает коже наше сияние и подходит, что очень хорошо для любого возраста. Как вот я говорила, да, здесь написано средство наносить круговыми движениями на очищенную влажную кожу, избегая области вокруг глаз, помассировать и затем смыть чистой теплой водичкой. Использую 1-2 раза в неделю. На самом деле я использую его через день, как уже говорила. Вот, и еще что хочу сказать. Очень у нас суперский есть аппарат для чистки лица. Я его использую вот как раз таки со скрабом NovAge, который я сейчас показывала. То есть вдвойне, да, когда используешь скраб и наш аппарат, действие еще лучше. Во-первых, этот аппарат очень щадящий, он не раздражает кожу. У меня вообще раньше были черные точки. И когда я начала пользоваться этим аппаратом, соответственно, после очистки лица они у меня исчезли. Он глубоко очищает, массирует кожу, не повреждая ее. Помогает удалять макияж, загрязнение, излишний блеск. То есть более эффективно, чем умывание традиционным способом. Отшелушивает омертвевшие клетки, обеспечивает более глубокое впитывание ухаживающих средств. То есть я утром встаю, наношу скраб, включаю аппарат, получается по одной минуте, вот здесь написано легкими круговыми движениями, массирую кожу лба, щек и подбородка в течение одной минуты. После чего я смываю и сразу наношу дневной крем. Вот наша новиночка, капсула NovAge. В составе капсул 6 натуральных масел: кунжута, авокадо, персиковой косточки, лимон теста, черной смородины и бобов сои. Масла питают, восстанавливают и защищают. Имеют легкую текстуру, очень быстро впитываются, не оставляя жирного блеска. Подходят для всех возрастов и типов кожи, что тоже немаловажно. Использовать капсулу необходимо курсом, утром и вечером в течение 1 месяца. Если вы хотите использовать в качестве дополнения к основному уходу, то можно использовать 2-3 раза в неделю, ну, скажем, как для профилактики. Еще у нас есть просто отличный набор Eco Beauty. В набор у нас входит очищающее молочко, тоник, крем для кожи вокруг глаз, сыворотка, дневной крем и питательное масло. Все продукты созданы с использованием натуральных и органических ингредиентов. Все продукты серии подходят для всех типов кожи, для всех возрастов и не содержат парабенов.
Также у нас идет, как и у наборов на Вейдж, первый шаг у нас идет очищение. То есть очищающее молочко используем и освежающий тоник, который очищает кожу лица, шеи и зоны декольте от загрязнений. Удаляет макияж, а также успокаивает кожу и придает ей свежесть. Следующий шаг у нас уход за кожей вокруг глаз. Разглаживающий крем для кожи вокруг глаз смягчает, разглаживает и мгновенно увлажняет нежную кожу. Далее идет активатор. Восстанавливающая сыворотка для лица поможет подготовить кожу к нанесению крема или к ночному уходу и придать ей сияние. И заключительный шаг у нас идет также основной уход. Здесь мы используем обеспечивать коже необходимое увлажнение днем. Это увлажняющий дневной крем и питательное масло для лица. Оно используется в ночное время. Ну и вывод, какой мы делаем. Если вам необходимо по-настоящему эффективный уход против морщин, выбирайте NovAge Экологен. То есть наша продукция, наши наборы, которые пользуются спросом, которые действуют очень эффективно. Также эко-бьюти наборы. Используйте также скраб. Именно в комплексе я советую просто от себя, да, это уже как бы мой опыт, именно использовать с нашим аппаратом для очистки лица. Вот, коротенький такой вебинар у меня получился. Как-то, наверное, торопилась. Может быть, у кого-то какие-то вопросы есть? Не за что. Вам спасибо большое, что пришли и поддержали меня. Да, действительно, вебинарчик очень полезный. Я просто делала такую краткую информацию, более, конечно, краткую, более подробную, то есть информацию по использованию наших наборов можно уже посмотреть на самом сайте в разделе «Как пользоваться». Танюш, я вообще пользовалась серией у нас, вот закончился у меня крем, можно сказать, что уже закончился. Ой, он выравнивает тон кожи. Вот. И, кстати, эти крема мне еще пришли по стартовой программке. Вот до сих пор я ими пользовалась. Сейчас я себе заказала серию NovAge, но я не заказала себе наборчик, вот, потому что у меня еще есть молочко для снятия макияжа. То есть, когда закончится, я обязательно закажу себе набор NovAge 35 с плюсом. Сейчас я заказала себе крем под глаза и дневной крем хочу попробовать, испытать на себе. Вот. Потом, конечно же, обязательно закажу уже полный набор. Да, хватает действительно очень надолго. Молочко, оно, молочко у нас, как всегда, очищающее молочко. Ань. Да, снимает макияж, остатки макияжа. Ну, в принципе, вот, допустим, молочком, которое я пользуюсь, забыла же, как, господи, серия. Розовенькая, она такая, она для чувствительной кожи у нас. Ой, в голове крутит, сейчас, наверное, не вспомню, показать бы только, если. Вот, оно еще и увлажняет, потому что, как я говорила, у меня очень сухая чувствительная кожа, и поэтому, в принципе, я... Ночной крем, как увлажнение, я не наношу, то есть ночным кремом я сама не пользуюсь. Мне достаточно снять молочком макияж, и уже кожа достаточно увлажненная. Угу. Активная такая переписка у нас идет. Есть еще вопросики?
Хорошо, Юль, я сейчас, секундочку, я тогда удалюсь, и сейчас я покажу, какое молочко для снятия макияжа. Сейчас, секундочку. Прошу прощения. Вот такое вот у меня получается. Видно, да, хорошо? Вот, оптималь у меня. Вот таким вот я пользуюсь. Просто обожаю его, потому что кожа после него увлажненная и жирного блеска нету. Видно, да, мы все хорошо. Вот. И еще вот, как я говорила, да, что я пользуюсь скрабом и пользуюсь вот таким вот приборчиком. Видно хорошо? Видно, да? Вот. Прекрасное средство. Советую всем. Никаких салонов не нужно и платить просто огромные деньги за очистку лица не придется. Так, кот Танюш. Так, а здесь он у нас написан, девчата, я просто здесь никогда не смотрела. Я не знаю, 32645 это код или не код. Верно, да, Танюша? Ага, 32645. Вот. Вот такой вот. Ну, то есть я довольна всем, честно скажу. Какие бы продукты я ни брала, какие бы товары, да, я ни брала, я еще ни разу не разочаровалась и не скажу, что что-то мне не понравилось. Вот. Еще по стартовой программке мне кое-что приходило. Вот я, как говорила, крема я до сих пор пользуюсь. Крем под глаза, получается, у меня вот только недавно закончился. Вот. То есть продукция очень хорошая и, главное, эффективная. Ну, вы видели, да, все результаты, девчонки, которые я показывала уже после презентации наборов наших на Вейдж. Вот, то есть результаты налицо. Еще вопросы есть? Ну все, хорошо. Я очень рада, что все пришли, поддержали. Меня немножечко волновалась. Ну, хотела, конечно, надольше продлить вебинар, но получился такой коротенький, но такой, в общем, как говорится, коротко и ясно. Спасибо огромное всем тем, кто пришли. Желаю удачи в нашем проекте, активных партнеров и быстрого роста.